Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Соль и Перчик. Сегодня предлагаю посолить капусту. Будем делать на 10 килограмм капусты. Пропорция такая: на 10 килограмм капусты нам потребуется килограмм моркови, 100 грамм сахара, 270 грамм соли. Шинковали, морковь у нас тоже готова, подготовили сахар и соль. Последнее, самый верх, ведро налила воды и устанавливаем. И вот такую баррикаду оставляем на трое суток в теплом месте. Продолжим, когда просолится наша капуста. У вас это будет минутка, а у нас пройдет 3 дня. Прошло у нас 3 дня. Наша капуста созрела. Смотрите, она хрустящая. Ароматная, квашеная капуста. Смотрите, какая красота получается. Она хрустящая. Как прекрасно с картошечкой попробовать. Я прям руками попробую. Обалденно. Я уже с пятерки переложила сюда. Закрываю, убираем в холодное место. Мы убираем в холодильник. Делитесь своими рецептами. Кто как солит, квасит капусту. С удовольствием попробую по вашему рецепту приготовить. До новых встреч. Пока-пока.